Что вы сделали, пикибаны, господа? Человек там уже зрители сидят. А вы сегодня чешетесь. А где ссылка? Да ты сам не можешь создать. Ты что, Игорь, делаешь? Сейчас у своей Игоря немножечко было ЧП, говорит. Я думал, что организатор будет скидывать. Я и собирался скидывать, а ты как-то так резко стартанул. Сейчас сделаем. Здорово. Здравствуйте всем, вы на стриме, господа. Добрый день. Рик. Вечер. Ночь. Утро. Так, Коля. Вот так вот, все. Кибаны есть? Где? Можете начинать. И вам благодарность, господа. У нас уже первые донаты. Вот так. Уже залетели донаты? Конечно. Как оперативно все. Так не надо опаздывать. Так, ты что, в игре? Игорь. Да. По серверам договаривайся, я тебе сейчас все отдам. Борозды. Лидерку тебе отдал. Обсуждай с ребятами, значит, серваки. Ребятки, вам какой сервак сразу? Любой европейский мне. Централ 2. Ну, все. Видимо, так и будет. Так, все, тогда, ребят, я вас мутаю, покажите классный квейк. Чирик, тем временем Андрей решил играть на Авокине. Вторая Molten Falls. Я уже это все сегодня видел. То From Heaven берет Molten Falls, да? Скорее всего, Вейл будут играть. Вряд ли Corrupted. Хотя, зная From Heaven, они оба, кстати, могут клача же пытаться взять еще. Вот это, кстати, весело будет. Вася, я думаю, вероятность увидеть робота достаточно велика сегодня. Кстати, там же робот против робота гоняют. Да, ну двух-то у нас не будет, поэтому... Да. Блин, жаль, было. Кстати. Блин, он же Ярошек все будет карпить, все-таки катать. Коля долго мудрил, думал, что у себя в головушке. Так, если обновить страницу, название стрима будет правильное. Так. Минус клатч. Интересно. Ни себе, ни людям, да? Если мне не достанется, значит ему не... Забанили клатча. Ну все, Мегаморщик, можешь идти спать. Так, что у нас тут? Doom. И Ranger. Ну, классический пик на Awaken. Вполне себе основное противостояние, можно сказать. Сейчас на Молтоне будет какая-нибудь слэшка, возможно. О, Макс, здорово, мужик. Я прям даже скриншотик отдельно делал, как From Heaven забанил клатча. Ну и Кирт нас нашел даже.
Ничего себе. Привет, Кир, еще раз. Галена Вайзер. Классика Молтен Фолса. Смотри, вы кутришные все, ну кроме Дума. Угу. Очень интересно. Если еще одного большого чемпиона уничтожил From Heaven в зачатке. Тут, получается, из толстых осталась только жабка. Ну, сомнительный выбор для корабля. Угу. Что же выберет? Это Биджей, наверное, кого-нибудь. Хотя масса еще вариантов. ДК от Рика. Я думаю, может, или Биджей, или Анархи какой-нибудь. Строк еще есть, кстати. Вполне себе отличный персонаж на Караптоде. Один из лучших. Сорлок. Ёшкин свет. А вот так вот. А вот так вот. Че, возвращаемся в кучу. Погнали. Так. Так, есть у нас скриншотик. Клапу вставили, да? Ну, они там сами вставили, коленько. А Шокин? Да, ты главный, давай, рулись. Так, Авокин есть. Так, на Авокине у нас Doom и Рейнджер. Коля, готов? Коля, готов. Давайте радоваться празднику Квейка, ура. Рик готов. Так, ждем, когда у него персонаж переключится. Вот бы убрали эту задержку переключения персонажей. Или хотя бы, например, Вири, привет. Сократили ее вдвое. Привет, Вири. Да, я вообще не понимаю. Просто дать сигнал, все равно отрисовывает клиент. О, Виви, ты чего это? Антиздорово, мужик. Я представил, как Виви в таком же костюме динозаврика с таким же танцем, типа, прости, Врухэва, но я за Рика. Че, за кем начнем? Клача нет. Так, давай подумаем. Давай за Колей посмотрим, потому что Рик был у нас уже в турнирах, а вот Врухэва мы еще не кастили. Готов, да? Ну, поехали. Ой, у него ракета. Раунд начнется через 3. 2. 1. В бой. Так, лес на дуге. Не пошел получать штраф православный. И за уроки там не пошел. Не попал ни одной триболтинкой, хотя хорошо закинул. Выходит на контакт. Софтит, получает ракеты и. Андрей очень это четко он, сыграл в этом моменте. Да. Две четкие ракеты добил колесой. Просто необходимый урон ввел. Штраф. Второе попадание, добивайте. И ушел сюда. Ой-ой-ой. Он успел развести, а потом не развести. Много урона нанес Николай. При этом мог еще и даже одержать победу в этом бою. Вероятность была отличная от нуля. Очень жестко. О, зеленый змей. Да ладно, она Почкин с нами. Удивительно. Я не знаю, кстати, качество стрибится не 720 точно. Не знаю, что сегодня у Твича с головой. Так, Хэм дождался лайфик, но Рика стек очень жесткий, на контроле полном. И не подпускает еще к рельсе по муху. Коли нет рельсы. Или, возможно, есть все-таки. Я переключился, да, есть у него рельса. Ой-ой-ой.
И как-то... Ну хорошо, продамажил, но думал просто было больше стоять. То есть 56 кп. Знаете, больше скажу, что Дум в целом себя очень даже уверенно чувствует, пока что. Да. Разница была больше, чем 50. Ну, а тебя тихо слышно стало, кстати. Я говорю, разница была-то больше, чем 56. Ну да, да, конечно. Аккуратненько выходит, то есть он вот не по дефолту ловит ракеты, а сначала выдерживает паузу, чтобы ракета прошла, пополняет ракетки. Помнит тайминг айтемов. Сейчас будет забор хэвика. И уходит на... А вот и ракета. Не по плану для Вика эта ракета. Это шотган был, да, походу? Почему Рису там ее печатал ему в спину? Хорошая 90. Коля потратил сферу. Сейчас оба без обилы, кстати. Хорошо держит позицию. Идет сейчас агрессивничать. Борик очень желает победы Николая. Знаете, он 500 рублей. А Николая пока не получается стартануть. Ну да, кстати, Илюх, качество тут всего 720. Почему-то. При выборе. Да я знаю, но я говорю, он метро не отправил в личку. Можешь посмотреть. Не, ну что, на 720 нормально выглядит. 720 рублей тоже качество. Кролик приспал, не подпускает ниге. Очень жестко. Мне кажется, Николай повесил руки или устал, или что он сегодня с ним. Алекс хорош. Там сирота, сирота. Пап, мам есть. Пап, мам есть. Не удается никаких попыток для Фанкова размочить счет. Сейчас еще один выход. Контрдействие не удаются Николая против Андрюхи. Пока выглядит достаточно однокалиточно. Хорошо, по фрагу ракета, вот сейчас есть шанс. Нет, не получилось. Запутался из-за дабл джампа. Угу. Не взял ракету. Надо выжить. Просто взял, включил обилку, послушал музыку и убежал. От Хиллис. Вот тем, что он не взял ракету, он сдал ракету от Макава. Чуть прямо это. Вот он первый фраг, наконец, под поле. Сейчас хоть посмотрим немножко за Николаем. Я уж хотел предложить просто на него переключиться. Выглядит, как будто кто-то за него сел. Поиграй. А не Бурислав ли это? У него забрал управление. Ой-ой-ой. 8-2. Ой-ой, попал в Дума. Чуть-чуть не хватило, там 23 хп оставалось. Да. Очень красиво было. Да, и ракета была просто офигенная. Ну вот Дум неприятен, он с ним вторым прыжком, когда с ним дерешься, он его подпрыгнет, непонятно, или не подпрыгнет, и ты ожидаешь этого приземления, чтобы с гераньки не устрелять. Очень много попало ракетами опять. Рик.
Ну, мне кажется, это уже конечно для Николая все же. А на бумаге, кстати, Рика ставили как аутсайдера этой группы. Да. Было мнение, что Рика. Рику надо очень выложиться, чтобы держать победу. Но все-таки Quake такая игра, где слишком много факторов должно сойтись. Корень держит рису. Опасно. Угу. Здесь еще иногда не попадает. Как отшафтился? Ой-ой-ой. Тут это шафт лютейший. Аккуратно там. Пикает буквально как какого-нибудь павги. Эрик аккуратненько вышел. Есть Трап. Попадание. Надо нападать сейчас шафтом. Пыливая с одной ракеты. Получилось все-таки напасть и на мигу. Что-то... Есть попадание стрельцы. И сейчас будет контроль. Нет. Опасно все равно выходить. Доджит ракету. Сейчас лайтик заберет. Уже там сушить пытается Рик. Фига, он все равно пытается штраф любой. Мало времени у Фунхэва. Я бы сказал, его просто нет. Не такой разницы. Не полетает, еще мигу подбирает. Да, да, да. Ой-ой-ой. Очень быстро. Нифига себе. Это как-то... Нифига себе, это он сферу выцеливал и попал в сферу. Да-да-да. Получается. Сильно. Блин, вот ой-ой-ой, это... Ой-ой-ой, тоже комбо. Красивый фраг. Отлично. Ванечка настроился. Ваня рай. Ну, что, Николай, видимо, не в форме сегодня, или что это? Надо будет его потом расспросить, что происходит. Че, кстати, по пингаму не давайте посмотрим. 54-73. Я так понимаю. Мазик идет. Мазик. Оба не держат рису, кстати. Оба не держат. Николай там вообще один хп, походу, судя один по шкале. Хп, да, да, именно один. Последний момент. Как интересно, так отпрыгнул от бортика такой. Привет, пока. Ой, хороший мув какой. Гвоздями видел, да, он запрыгнул? Да. Москита бы сейчас поставил лайк. Лучше свыщ. Да, нам последок. Это ГГ. Ну, первая была достаточно однокалиточная, все равно. Что бы ты мне говорил. Сейчас посмотрим немножко счет. Да, Вась, Эрик хорош. 35 рейлов. По урону 4700 на 3300. Очень много попадал. Да. Коля, Коленька, братан. Бурислав, время открывать резервное пиво. Какого хера? Уже сколько? 11700, да, призовой? Кто это крякает, да? Да, кто крякает. Кто крякает. Так, Молтон, у нас следующее. Да, у вас сегодня Николай первым шагом в пиковых банах взял и исключил клоча. Сейчас я даже тебе покажу, смотри, как это выглядело. Вот. Вот, видишь? Блин, ну этот переход, конечно, шикардос. Ускольный майонез. Мазик нам задонатил 50 рубчиков. Уже второй раз. Уже второй раз. Ладно, погнали обратно. Так. Че, у нас все готовы? Ты запустил? Нет, еще. Да, а тянет. Коля просто написал, что готов, а Рик еще нет. Не писал.
Антихристу тоже понравился переход. Поехали. Да. Ну это хорошо, Антихрист, что понравился. Значит, не зря искали и делали. Да, Мегамурчук? Это вообще, это, под, наверное, подходящий не придумаешь. Тем более, ну как минимум за такой короткий срок. Я когда первый раз его увидел, Илюха показывал. Дядя Шурик, 586, турнирчик. О, дядя Шурик, благодарочка. Дядя Шурик, это, наверное, Мэнс, дядя Шурик. Мэнс, да, Мэнс. Твоих рук, твоих лап дело. Котика отправил. Котте. О, и Гринч нас навестил. Здорово, мужик. А Гринч вроде тоже Саша зовут. Вот с этим надо разобраться. У тебя есть звуки, есть Линкс? Ты после матча. Давай попробуем сравнить настройки. Я устал с этим бороться. Раунд начнется через. Так, что, ну давай за Хэвеном посмотрим опять. Одну. Попробуем. Ой. Или что? За Коли? Ты давай с этим начнем. Давай все, за Хэвеном. Все-таки это пик фром Хэвена. Так, он забрал сначала Light, Rail, и потом только уже Хэви съел. Он Rocket пропустил, кстати. Да, как он по плану его, но потом за часами пришел. И сгорел, скорее всего. Да, и сгорел. Отличный шафт от From Heaven. Обменный, я бы сказал. А, Гринч, это ты, дядя Шурик. Огромная благодарность тебе, дядя Шурик. А я что-то даже не знал, что Гринча Александра зовут. А, не получился тотемчик. Какой? Так, первый у нас мигатом, разница между айтемами в 2 секунды. Хорошо, ты так все, он написал нормально. 1-1. Битва за мигу, но сейчас Рик ее просто поднимает. Минус тотем. И Фронхэм должен идти первый на хэви. Включается вовремя просветка, чтобы на опережение... Ракета не зарегала что-то было? Я чуть не понял, там пауэром как-то странно пошло. И у Фромхэвена тут на самом деле есть шансы. Тут Галена не так уж и плохо можно сыграть. Галена тут один из лучших персонажей. Галена Вайз вообще классика, думаю. Здесь еще какой-нибудь Анарки. Часто пикаемый персонаж. 2-2 пока что. Вот уже видно правую карточку. Вот это ты правильно сказал, кстати. Молодец. Напишите, что было. Да-да-да. Что-то было, я забыл. Спасибо, Алексей. Как же мы, ребята, жили? Ханза-то нет. Фронхэм он задавил сейчас. Под Ганом. Но не держал в лесу. Ну, тут такой размен, размен за разменом идет. У них как-то Молтон активнее Авокина. Да, но на удивление больше стычек и активностей. Видел, там рокет-бусты пошли. Какие-то от Николая. Кевика отошел буквально за секунду, вернулся. Запомнил тайминг. Сейчас тимки не хватает еще. Минус тотем. Куда попал, я не понял. Ну там в колено куда-то. Это ему, ему стрела. Ну, пересмотрел на чушь какая-то, мне кажется. Ну ладно. Ну, это нормально. Вот ракета вот там больше вопросов вызывала. Когда с шафта-то пробегал? Да, 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 когда почти ничего не нанесло. Вот это бы пересмотреть, потому что. Ну отлично. Все, у Рика сегодня прям летит рейлга. Николай очень много урона получает. Бегалась такой с арбалетом. Борьба за лидерство. Опять красивый фраг. Да, да. Причем опять на этом же углу. Он не выстрелил, я все еще из головы не могу выкинуть звук, что это из Hellfire забрали. Ну да. Так. Оставаться опасно, здесь ракеты сверху хорошо. Очень много Николай шафтит. Причем
как же офигенно. Он это делает. Так, 2 секунды. Мега готова. Но мега достается Ригу. Ну, за что? Практически полностью мегу ее разбивает. Надо было Рису. Или там она закончилась у меня? Да нет, с никого. Значит, ошибка в выборе оружия от Хэвана. Очень быстро, кстати, откатывает. Постоянно часики ест Риг, да. И пользуется обилкой активно. Кушаешь частики ты, не кушаешь частики противник. Да, да. И при этом, как бы, не забывай, что это Вайзер, он двигается быстрее. Ой. Опа, вот это комбинушка. Вот это подлом. Просто неожиданно. Такая безбежность у Рика была, спокойненько дождался. Да. И тут хопа, шафт, Риса, все, ты убил. Вот это вот квейк. Так его там поймали, он был и шафтом выкинул, мне кажется. Ну, шафтом он там ближе к Рокету. Там, ну, как вектор. Вот опять Рик подбирает часики. Кстати, тотемчик, обратил внимание, какой стоил? Да, ну. Напротив подстава. Какой красивый размен. 5 минут. Нет, матч хорош. Вот это да, вот это уже интересно. Ой, ошибка в выборе. Принял. Залетела ракета. Один там уже стоит. КЗ на месте надо, еще один. Опа, вас обнаружили. У него не пока не стоит на танке дэма. Первый выкинул. Ой, еще и Кирном занес 500 рублей. Благодарим, Кирилл. Молодцы, ребятки. Короче, 13500, если накопится, то это в каждом дивизионе первое место 1000 рублей. 13500, мне кажется, уже в гарантии накопится. Да. То есть уже потихоньку думаем, наберем ли 27. Было 2000. И лезет Николай с попытки отштрафовать. Ну, как не попал, да. Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас просто от злости идет нападать шоки. Главное, чтобы это не сыграло. Буду шутку, но это не сыграло. Ну, тем временем Николай забирает 2 фрага в плюс себе. Он поэтому отдал ему хэвик, чтобы не отдать фраг. Правильно, не полез драться. Да. Но вот все-таки потом полез. Да, и Шога опять. Че сделал? Только... Да лапа соплям. Ой, Леха, ты с такой улыбкой смотришь? Огонь. Не было других пушек у From Heaven, 8-8. Я опять, да, 8-8. Я не понимаю, сегодня Николай как будто бы это... Отключил голову. Хорошо, ракета. Все, вот они, ракеты раскиданы. Ну, на тоненького прям. Вот сейчас встреча будет 9-9. Да. Прям нос идут. А да, Сэндман, можно было, наверное, попробовать. Тем более, неплохой шаг. Нифига, налетел. А вот это сейчас будет 11-9. Вот это был верняк. И сейчас он сушить начнет. Осталось 2,5 минуты, даже меньше. Ну, можно еще фраг сделать. Это уже прям процентов 70 победы. Да, респы. Я говорю, тут не надо забывать, что Вайзер хоть и эвакутришный, но он очень быстрый персонаж. Да. Чуточку рановато. Еще чуть-чуть, и как она. Бурика сегодня будет черный день в календаре. Отметит он на ближайшие 10 лет. Николай пишет ГГ и покидает матч. Со счетом 13-9, к сожалению. Давай, размьють их. Сейчас спросим, да, что случилось. Размьюти. Ну, случилось победа Рика. Ну, это безусловно. Я даже в таблое занес его. Да, ГГС. Николай, у тебя сегодня что-то не летело прямо. А у Рика зато обратная ситуация.
Да, летело вроде более-менее. Первая карта у Рика очень сильно летела. Очень сильно летела, да, на первой было карте. Больно. На второй карте я на фрагах, ну типа на 8, 9, 10 по счету Рика, я что-то вообще не понимал, откуда он брался передо мной. То есть я по итогу фрагов понимал, то есть как он туда пришел, окей, это ясно. Но он передо мной оказывался без звука. Типа я проходил с одной из мег через центральную перемычку с часиками на банан. А он там ходит. Я выхожу, он там стрейфится. Я понимаю, что я до этого я шагов его не слышал. Потом я один из последних фрагов выхожу с шафта на хэвик. До этого я слышал телепорт и понимаю, что стоя на шафте, я не слышу его шагов на шотгане. Типа он там не стрейф-джампится и не, ходит. А я выхожу с шафта, а он стоит на аптечке у меня перед лицом. Я так, Я понял, не понял юмора, короче. Очень много удивлений вызывали, короче. Ну да, было такое. Но Молтин все равно был красочный. Да, и кстати, знаешь, что было удивительно? В какой-то момент прям создалось впечатление, что на Молтине играть динамичнее оказалось, чем на Авокине. Ну, у нас потому что у обоих плейстайл всратый. Вообще в очко всратый, совсем всратый. Рик, потому что жестко плюс форварда чел, и жестко от рейлгана чел. Тут у него еще ракета залетала хорошо. Поэтому, тут при том, что у него вайзер, он меня видит постоянно, соответственно... У него плейстайл еще жестче становится. Он на самом деле очень много, да, использовал обилку и часов жрал прям как не в себя постоянно. Да, Галя не давал часы. Тем более так не получилось, да, оверхилл собрать? Я за Галена от оверхилла никогда не играю. Его просто почти невозможно собрать против игроков на уровне типа 2000, они везде все ломают. Поэтому... Ну вот, значит, Андрюшку, за Андрюшку больше всех он зеленый змей болел. Тем временем... From Heaven, ты черный день в календаре. О, Бурику накалякал. Зритель, получается. Бурику. Рик, да, ты хочешь что-нибудь расскажи? Да, да. Сейчас, подожди минуточку, пожалуйста. Эрик, дам слово тоже. И Вася, ну, значит, дал комментарий, что очень надеюсь, что Николай наберет форму по ходу турнира. Мне кажется, что просто мое мнение по поводу того, что мне подходят все европейские серваки, было ошибочное. Может быть. На Франкфурте, на Варшаве, да на Осло. Что-то по ходу второй Франкфурт мне не сильно подходит. Все, сейчас попробую первый. Все, давайте дадим слово победителю. Эрик. Ничего могу сказать. Было волнительно, но пытался как-то сосредоточиться в игре. Ну и получилось. Получилось. Вот. Мне казалось, что через пару фрагов на Авокине Коля тильтанул, мне кажется. Ну, было такое. Я, да, в принципе, в тильте играл. Это нормальное состояние. Вот. Спасибо, Лёха. И в каком-то мере было отыгрывать очень легко. Да. В плане тильтом. Ну, есть такое, да. Как будто бы там Николай на самом деле стартанул и бегал за тобой. Да, вот. А Молтен, какие-то непонятные фраги вообще. Мне казалось, что... Ну, я стою на миге, вот, и возле джампада. Мне казалось, что он именно там он пойдет. Он оказывается сзади меня без звука даже. Такая же тема. А, так когда вот он тебя подшафтил и зарейлил-то на джампаде? Ну, да. Угу. Вот, тоже проблемы со звуком были. Вот. А так я пытался все забирать. Не пытаться, так сказать, оверхилл делать Николаю. Вот. Угу. Даже вот эта знаменитая нычка, я ее нашел. Да, и про да. ту, которая на этой, на арке? Да, где Релган. Угу. Вовремя да, заметил тоже даже. Ценили. Вот тут у нас, значит, за Андрюху еще пришел Вабыч топить. Так как они из одной секты, походу. Ну и Алекс у нас говорит, да, Коля, мы за тебя так болели. Николай, не подводи больше аудиторию. Нет, в любом случае... А, то есть мне остальных в сухую забирать, да, я понял, хорошо. Угу, было бы неплохо. Так, давайте мы на этом, наверное, сегодня закончим этот матч. Только мы стрим не выключим, ты заставочку просто поставишь, выключи Дискорд. Через 20 минут, да, мы...